Недействительные документы теперь можно проверить в несколько кликов компьютерной мышки. О новом интернет-сервисе, который запустила государственная миграционная служба, написал на своей странице в соцсети глава МВС Украины Арсен Аваков. Новий сервіс дає можливість перевірити наявність паспорта громадянина України в базі даних МВС, а також у базі даних ДМС, яке здійснює облік документів, які визнані недійсними без криміналу, псування, втрата та інше. Крім того, новий онлайн-сервіс дає можливість перевірити не тільки паспорти, але й інші види документів, що засвідчують особу. В этой базе данных можно проверить паспорт гражданина Украины для выезда за границу, удостоверение беженца, вид на постоянное или временное проживание и даже проездной документ ребенка. Для этого необходимо зайти на сайт Государственной миграционной службы Украины, перейти к соответствующему разделу, далее в появившемся окне выбрать тип документа, к примеру, паспорт, ввести серию и номер и подтвердить, что вы не робот. Паспорта книжечки старого образца не защищены от подделок. По информации министерства, переход на ID-карточки рассчитан на несколько лет, поэтому такая проверка документов – страховка от мошенников. Новый сервис позволит свести к минимуму махинации в сфере обращения паспортов старого образца. Вы берете кого-то на работу, и вам дают паспорт, а у вас есть сомнения, значит, можно проверить. Но она не персонализирована. То есть вы сможете посмотреть не Иванова и Сидорова, вы сможете посмотреть номер бланка. Вы берете номер бланка, забиваете номер бланка и смотрите, этот бланк значится утраченным, испорченным. Сервис объединил две базы данных – МВД и Государственной миграционной службы, которая осуществляет учет недействительных документов. Эта система сейчас объединена для того, чтобы в оперативном плане пошел ты в полицию, либо в ДМС, ты уже попал в эту систему. Под эти утраченные паспорта очень распространены виды мошенничества, когда под эти утраченные паспорта получают кредиты, под эти паспорта берут наем жилье. Сейчас в базе порядка 950 тысяч документов, признанных недействительными. Пока сервис работает в тестовом режиме. Валерий Калайтан, Иван Демьяненко, ТВ5.